Ежегодно 10 ноября в России отмечается профессиональный праздник сотрудников органов внутренних дел, ныне называемых полицейскими. Сегодня мы решили выяснить у жителей нашего города, что они думают о нынешней полиции и как оценивают ее работу. Мне кажется, что нет смысла было переименовывать только две буквы, потому что во многих странах так принято. Я хочу сказать, что у нас в городе, при нашем небольшом количестве населения, я сейчас чувствую, что, во-первых, очень много ушло непорядочных милиционеров, так скажем. И сейчас коллектив более-менее стабильный. И я их всех поздравляю, желаю им здоровья, чтобы у всех в семьях все было хорошо, это основное все-таки. Конечно, этой милиции, наверное, должны помогать и горожане. Не стесняться, где-то, если увидите какое-то зло, или что-то чувствуете, что вот идет какое-то неправомерное нарушение, отзвонитесь. Это наш город, и мы должны жить спокойно, тихо. Да не, как было, так и есть, нормально. Службу ведут, пускай ведут. Я думаю, что сейчас на данный момент весь состав поменялся, прошло тестирование, допустим, полиции. И думаю, что на данный момент полиция лучше работает, чем милиция. Удачи, успехов во всех начинаниях. По-моему, полиции как-то и не видно. Во дворе безобразие, машины стоят на тротуарах, никого нет. Поэтому не знаю. Конечно же, в первую очередь здоровье, успехов, чтобы лучше работали. Удачи им в их службе и чтобы поменьше всяких преступлений было. По-моему, ничего не изменилось. Но факт то, что в работе, мне кажется, ничего не изменилось. Ну, говорят, работы прибавилось, а зарплата практически не изменилась. Хотел бы пожелать, чтобы они с достоинством несли свои службы. Милиция была лучше. Полиции лишили всех прав, в принципе. Они сейчас даже сделать ничего не могут. Молодежь у нас распоясалась по полной программе. Ну, что по телевизору видим, то вроде кого-то снимают, кого-то наказывают. А именно в нашей структуре, я не знаю, насчет Ивангорода не могу сказать. Тебе, допустим, их... Мы не сталкивались с ними, как говорится. С праздником, наверное. Все-таки. Ну, а пожелания не знаю. Работать на благо общества. Ничего, как остались милиции, так и милиция и есть. Чтоб правонарушений меньше было. Чтоб работали нормально. И побыстрее было отвлекались. Да. Вот самое главное. Желаю всем здоровья, счастья, любви, чтобы всегда было хорошо в нашем городе. И все-таки, как бы ни оценивали рядовые граждане деятельность полиции, сотрудники и военнослужащие МВД России, охраняя общественный порядок и безопасность в стране, часто рискуя жизнью, обеспечивают защиту и спокойствие наших соотечественников.